Новый музейно-туристический комплекс, посвященный Пустозерску, появится в Ненецком округе. Аукционное его строительство уже состоялся. Комплекс должен быть построен до октября 2015 года в деревне Устье. О новостройке в материале Екатерины Гончаровой. Музейно-туристический комплекс существует пока только на бумаге, но через несколько лет увидеть и почувствовать уклад жизни пустозеров 17-18 веков можно будет и в реальных условиях. Главным строением комплекса станет пятибашенный острог с крепостной стеной. Это уменьшенная копия стоявшего в Пустозерске, о котором известно лишь по историческим документам. В одной из башен разместят экспозицию о быте стрельцов. Конечно, хотела бы максимально приблизить это как бы к историческим сведениям, чтобы это было именно так, как это было в 17-18 веках. То есть, чтобы этот острог был срублен вот именно по старым технологиям, такими же инструментами, так скажем, как делали это все раньше. Музейно-туристический комплекс займет около 1000 квадратных метров. На его территории разместят усадьбу жителя Пустозерска, дом воеводы и надворные постройки, такие как лабазы, пороховой и продовольственные амбары и склад для мягкой рухляти, где в старину хранили пушнину. Предусмотрена и двухэтажная съезжая изба. Она будет использоваться как постоялый двор с гостиничными номерами. Комплекс разместят в деревне Устье в 4 километрах от городища. Ведь территория Пустозерска – исторический памятник федерального значения, особая охранная зона. Однако для удобства туристов на месте первого заполярного города все же появятся небольшие объекты. Помимо всего прочего, в районе Городецкого озера в этом году, в ближайшее время уже по контракту должны быть построены смотровые площадки. Их будет 9 штук. 2 закрытого типа, несколько площадок открытого типа и места для биваков, для бивака. На месте для бивака можно будет попить чай и перекусить после туристического маршрута по Пустозерью. А на террасах появятся стенды с информационными надписями и указателями. К смотровым площадкам оборудуют причалы. Екатерина Гончарова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».